Простисон эхт хос эмол. Каю пербасин истхеде пюмо. Отлично, да, отлично, все правильно. Так, а теперь пентаметр, да. Ос, осефам, нет. Хосефамар. А, хосефамар толе, нет, амар. Да, там... да, да, правильно. Хосефамар толе, пауза, да? Хосефамар толе, тейсомай ос дюнамай. Да. Угу. Все. Так, смотрите, фронтисон, это, вот это окончание сон, это императив просто ауриста, так выглядит. От глагола фронтизо, думать, размышлять, обдумывать. Второе лицо. А. Я забыл написать, второе лицо 11 числа. А как это аорист императив? Императив это приказание, то есть обдумывай. Да. Можно сказать обдумывай, а можно сказать обдумай в совершенном виде. А, вот так вот, все, поняла, да. Совершенно. Да, все на вид поняла. Влияет, на вид влияет. Сегодняшняя тема. Угу. Сегодняшняя. Угу. Ну, давай, буквально, так. Переводите буквально. Обдумай ненависть мою. Мою, да, мою. И еще что? Подумай о чем. И. Юпербасис. Ну, смотрите, слово третьего склонения, да, юпербасис, как катарсис, да? Ага. То есть это окончание, естественно, аккузатива, да, юпербасин. Ой, у меня там неправильно написано, юпербасис, конечно, да? Вот здесь. Ага. В номинативе это должно быть юпербасис. А юпербасин – это аккузатив. То есть это еще один объект глагола фронтизо. Обдумай, что? Мою ненависть и что еще? Мою и мой проступок. Вот не факт, что мой. Наверное, не мой уже, да? Проступок просто. Не сказано, что мой. Может быть, твой как раз. Свой как раз, да? Так. Угу. Дальше. Знай. Я так понимаю, это... Знай, да. Интересно. Это, я так понимаю, тхюмос. Да, это душа. А, все-таки душа. Сознание. Сознание, душа, да. Где знай? А, знай в душе. Ты в душе знай, да. Ты уж помни, да, в общем, короче, да. Ты уж, ты имей в виду-то, да? Это угроза вообще, да, да. Что знай? А смотрите, вот это «с» в Элизе, которая находится, сигма, да, это, собственно говоря, тоже наша сегодняшняя тема. Это полностью было бы написано «с», да, то есть это аккузатив сингулярис, да? Угу. От второе лицо, да, то есть это ты. Ты в аккузативе, да, отсю. Ага, то есть тебя. Да. Это тебя... Значит, тейсумой, ага. Давай глагол, да, тейсумой. Да. Будто тебя... В будущем времени. А, в будущем. То есть отомстить. Предлогом IP он может означать наказывать, мстить за что. А IP, видите, где IP, да? Вот это F, это IP. Тоже в Элизе. Тут две Элизии, да? Смотрите, F это то же самое, что Эпи. Мы йоту просто не видим. Более того, мы не только йоту не видим, еще П поменялась на Ф. Эпи. Это Эпи. Не сомневайтесь в этом, да? А С это С, да? То есть было бы написано так. Гос полностью. С. Эпи. И дальше слово вот это, да? Гамартуле. Это, я так понимаю, гамартолос. Почему гамарталос? Гамарталы это... У меня все написано. А, ой, да. О, а Дворецкий знает это слово, только он говорит, что это в речи скифа у... Что? У Аристофана.
Ну, какая разница? Это фиагмит. Так, хорошо. Будто тебе мстит, твои ошибки мстит. Так. Нет, тесу мы какое лицо? Май, ага. Какой? Май, сай, тай, метаст, хентай. Это первое лицо. Вот первое, это... да. Я имею негатив. Да, первое лицо. Ну, то есть, отомщусь? Почему отомщусь? Отомщу. Отомщу все-таки. Да, с предлогом EP, да? Отомщу за что? За твои... Какое слово после EP идет? Как раз амртоле. Да, тут не сказано, что... Ничего конкретного мы не знаем, но за какую-то провинность, да? За провинность, за гамртоле я отомщу кому? Се, да, смотрите, двойное управление, да? То есть у нас mm-hmm. есть тейсума и пи, а еще и се. И кому отомщу? Тебе, негодяй, се. А теперь вот это последнее, гос дюнамы. Какое это лицо дюнамы? Ну, тоже первое, соответственно. Да. Тоже, да. Да. Ну, что такое дюнамы? Ну, могу. Ну, как, насколько могу? А, как, насколько могу, да. Вот, не будто бы могу, а насколько могу. Ну, то есть, если смогу тебе один зуб выбить, выбью один зуб. А получится глаз выколоть, я и глаз выколю. Ну, я так немножко, да, чтобы понятно было. То есть, mm-hmm. насколько смогу тебе отомстить, настолько я отомщу. То есть, берегись. Вот про что это предложение. Берегись. Еще раз, можете все вместе перевести? Да, теперь. Только я немножко не понимаю вот это, как сочетается гипербосин, проступок. Смотрите. То есть, чей проступок-то? Ты имей в виду мой гнев, мою ненависть. И ты подумай о моей ненависти, а также, я думаю, что о своем проступке. Вот все-таки о своем проступке. Фиагнит – это обиженный поэт вообще, обиженный. Ему не чуждает mm-hmm. эта эстетика обиженности, да? Ты подумай о моей реакции враждебной и о своем проступке, и, видимо, я так думаю, гипербосин. И ты в душе, Тхюмо, знай. Да, ты в душе знай о том, что отомщу за твои ошибки. Ошибку смогу. Одну. За твою ошибку, как смогу. Да. Настолько, насколько смогу. Да. Да, то есть он говорит, я не забыл. Ты там меня, ну, допустим, обидел, обокрал, обманул меня, да? И ты в душе знай, что я тебе за этот проступок отомщу настолько, насколько смогу. Ну, вот такое небольшое стихотворение. Так.